друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо, и я говорю вам доброе утро. А день этот начался у меня с приятного события. Я получил письмо. Не сообщение ВКонтакте, не e-mail, а самое настоящее письмо. Да какое большое! Прислал нам его Сергей Сурков, если не ошибаюсь, село Зибино Белогорского района. Давайте аккуратно откроем и посмотрим, что же там. Оба-на! Ничего себе! Вот это да! Вы это видите? Здесь у нас и мой основной Урал, и Охламон, и небритый Санчо с косой. Я думаю, такая работа достойна того, чтобы повесить ее в рамке на стену. Ну а вместе с рисунком в конверте было небольшое письмо. Привет из Крыма и Екатеринбурга. Спасибо тебе и твоему каналу. С твоей помощью я смог собрать свой мотоцикл. Очень хотел тебя отблагодарить, поэтому надеюсь, этот рисунок тебе понравится. Да, понравился. Дай обратную связь по этому поводу. Если захочешь, можешь прорекламировать инсту с моими работами. Буду благодарен. Инсту я оставлю в описании к этому видео. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Да и сам, пожалуй, зайду, посмотрю, что еще там есть. Студенту в Крыму иначе заработать сложно. Еще раз спасибо, удачи и развития тебе и твоему каналу. Спасибо большое, Сергей, от души. Ну а теперь давайте вернемся в трудовые будни. Так уж получилось, что у меня скопилось большое количество незавершенных дел, а я такие ситуации в своей жизни очень не люблю. Перед гаражом сейчас сложена груда железа, которую необходимо разобрать и отсортировать. Двигатель мой ураловский ждет продолжения разборки. Печка стоит без движения уже больше недели. И, наконец, ураловские головы. Головы от М62, в которых я заменил направляющие втулки и седла. Их необходимо отшарошить и притереть клапана. Вот этой работой я сегодня, пожалуй, и займусь, поскольку в течение дня вполне управлюсь и смогу поставить хоть одну птичку в списке незаконченных дел, которые надо мной висят. Для работы с головами нам потребуется вазовский комплект зенковок. Лучше всего по диаметрам подходят те, что предназначены для восьмиклапанных моторов, начиная от копейки и до ВАЗ-2108. Берем отсюда те, которые по диаметру больше. 120 градусов, 60 градусов, они для обработки вспомогательных фасок. И 90 градусов для обработки рабочей фаски седла. Также нам нужен пилот и какой-нибудь вороток, чтобы можно было его вращать. Устанавливаем зенковку на пилот, включаем хорошую музычку и поехали обрабатывать седла. Я специально сейчас остановился, оставив седла в разных промежуточных этапах, чтобы наглядно показать последовательность обработки фасок. Где-то когда-то читал, что в первую очередь режется основная фаска с углом 90 градусов между гранями, а потом уже от нее пляшут вспомогательные. Пробовал такой способ и, честно скажу, не понравилось. Дело в том, что мы не знаем точно, на какую глубину необходимо опускать основную фаску. И потом, при обработке вспомогательных, либо основная спиливается в ноль, либо вспомогательная уходит за край седла. Приходится постоянно менять зенковки на пилоте, подрезать, подгонять. В общем, неудобно.
Я начинаю обрабатывать седло с внешней вспомогательной фаски с углом 120 градусов. При ширине седла где-то 4 мм фаску делаю около 3, то есть на 3 четверти седла. Затем берем зенковку с углом 60 градусов, вторую вспомогательную, и режем внутреннюю фаску так, чтобы грань между внешней и внутренней располагалась где-то посередине. Внешняя подпиливается и становится уже, где-то 2 мм по внешней и 2 мм по внутренней. Ну а когда обе вспомогательные фаски готовы, нам остается взять зенковку с углом 90 градусов и подрезать уголок между ними на нужную нам ширину около 1 мм. Тем самым мы и сформируем основную рабочую фаску. Тут стоит учитывать, что режется этот угол очень легко и быстро. Главное не переборщить. Равномерно прижимаем зенковку и как можно более плавными движениями вращаем. Вот, пожалуй, и готово. После притирки клапана к седлу ширина этой фаски будет составлять от 1 до 1,5 мм. Ну и как видите, при данной последовательности мы получаем правильный результат при минимальном количестве смен инструмента и минимальной просадке нового седла. Кстати, седла здесь установлены чугунные и в сравнении с бронзой, а уж тем более с металлокерамикой, режутся очень легко. Сейчас допилю остальные и перейдем с вами к притирке клапанов. Ну а когда все фаски готовы, как же нам проконтролировать их качество? Все очень просто. Возьмем клапан и установим его на место. А затем посмотрим на просвет. Если зазор еле-еле заметен, а еще лучше, если его совсем не видно, значит седло и клапан готовы к взаимной притирке. А есть еще один способ. Для этого клапан приподнимаем над седлом и просто его отпускаем. Если клапан упал и сразу остановился, значит где-то есть перекос. А если несколько раз подпрыгнул на седле, значит он прилегает к рабочей фаске равномерно по всей окружности. Можем переходить к притирке. Сначала на клапан со стороны коромысел я одеваю резиновый шланг с внутренним диаметром 6 мм. Одевается он, конечно, плотненько и с трудом. Но при этом клапан потом в нем очень хорошо держится. На рабочую фаску клапана по всей окружности наносим притирочную пасту. Ну а затем я обычно усаживаюсь поудобнее, зажимаю голову коленями и начинаю клапан за шланг вращать. Здесь тоже есть своя последовательность. Обычно 5-6 вращений, отрыв, проворот, снова прижимаем и еще 5-6 вращений. Отрыв, проворот. На притирку одного клапана у меня обычно уходит где-то от 2 до 5 минут. Все зависит от качества обработки рабочей фаски. Затем удаляем весь отработанный абразив. Можно снять уже шланг, достать клапан. Хорошенько протираем седло. После чего можем испытать на герметичность этот клапан.
Клапан на месте, свободно ходит в направляющий. Пружины я ставить не буду, а просто придержу его с обратной стороны за ногу. А теперь во впускной канал головы наливаем немного осветительного керосина. Говорят, что авиационный еще лучше, но в хозяйственном магазине почему-то только осветительный. Время проверки на герметичность 1 минута. Попробую аккуратно снять камеру, чтобы минуту просто так не сидеть. Смотрим. Подтеканий пока не наблюдается. Керосин на месте. Из своего опыта могу сказать, что если в первые секунды ничего не потекло, то оно и потом не потечет. Когда еще учился в железнодорожном техникуме, нам рассказывали, что на тепловозах эта операция проводится еще более тщательно. Стык клапана и седла обрабатывается густым раствором мела. Ему дают высохнуть, он становится идеально белый, а потом заливают керосин. И даже если малейшее подтекание есть, по цвету мела сразу видно, где оно происходит. Ну а у меня уже рука устала держать. Я думаю, минута точно прошла. Можем сливать. Вот только назад в бутылку возвращать этот керосин я не рискну, поскольку в нем может присутствовать абразив. Сольем в какую-нибудь банку. Ну а теперь смотрим. Да, вот приотпустил клапан и сразу появилась капля. Видите? Остается таким же образом притереть все остальные клапана. А учитывая, что это головы от М62 и все клапана здесь одинаковые, очень важно их потом не перепутать местами. Сижу сейчас, тру себе спокойно клапана. Тут открывается дверь, заходит Танюшка, приносит мне чашку кофе и блинчики. Блинчики с теми грибами, которые мы вчера насобирали. Надо попробовать. Вкусно. Очень вкусно. Выждем какое-то время и узнаем, насколько это съедобно. С огромным удовольствием замолотил всю тарелку, а легкий привкус мазута и бензина от пальцев только добавил пикантности вкусу. Я думаю, опытные оппозитчики поймут сейчас, о чем я говорю. Поужинал, посмотрел на часы и понял, что мне надо бежать переодеваться. Дело в том, что в 7 часов вечера на вокзале у меня назначена встреча. У меня попросили стикер. Не вижу повода не встретиться и иду сейчас на вокзал. И как всегда это со мной бывает, пришел слишком рано, на 20 минут раньше. Придется ждать. Надеюсь, я достаточно узнаваем. Привет, привет. Привет. Саша. Полина. Очень приятно. Саша. Расскажешь вообще, ты, я так понимаю, не из Гомеля? Я сама из Гомеля. Из Гомеля? Да, живу в Польше. У меня парень фанатеет. Он со мной живет в Польше, но сам из Калининграда. В общем, разбросанный. Понятно. Ну, круто, круто. Ну, то есть наклеечка для него. Для него, да. Держи. Тут их несколько, может, в Польше еще кто-то найдется недалеко от вас. Спасибо. А могу мне подписать еще карточку? Давай, давай. Отлично. Встретились, пообщались. Полина рассказала, что это ее парень, Петр, живет в Калининграде, а вместе они каким-то образом живут в Польше. В общем, они вдвоем смотрят канал, смотрят мои видео. Очень приятно. Петру тоже большой привет. Ну, а я побежал к своим клапанам. Мне осталось притереть только один клапан. Правый выпускной. Отлично, все клапана у нас притерты и проверены на герметичность. Осталось совсем немного. Дело в том, что все 4 направляющих у меня сейчас развернуты в размер 8.0. И если клапан установить во втулку,
то мы увидим, что зазорчик здесь минимальный, буквально несколько соток. Для впускных клапанов это нормально, они охлаждаются потоком топливной смеси. А вот для выпуска этого будет маловато. Клапан во втулке может прихватить, и последует встреча либо клапана с клапаном, либо клапана с поршнем. Поэтому берем развертку 8.03, смазываем ее маслом и добавим несколько соточек к зазору. Совсем немного стружки у нас осталось на развертке. Однако клапан во втулке уже чувствует себя немного свободнее. Замечательно. Развернул выпускные втулки на обеих головах, и теперь можем приступать к сборке. Вот только сначала очищу от грязи все эти пружины, тарелки и сухари. Сначала необходимо клапана установить на свои места. Они у меня подписаны. Это впуск, а это выпуск. Но прежде чем их ставить в направляющие, давайте хорошенько стержень клапана смажем чистым моторным маслом, чтобы при первом запуске клапан не работал в направляющей на сухую. Впуск готов. И выпуск. Затем подпираем клапана, чтобы они не падали вниз. И теперь нам понадобится приспособление под названием засухариватель. Собираю комплект пружин вместе с тарелками. Две пружинки, две тарелки. Устанавливаю в засухариватель и сжимаю. Одеваем пружины на клапан, и остается только вкинуть туда сухарики. Первый готов, и таким же образом собираем второй. Тоже готов. Переходим к сборке второй головы. Вот и все.
По крайней мере, с этим делом мы разобрались. И теперь, когда ко мне в гости приедет хозяин этих голов Виталик, мне не придется виновато разводить руками и объяснять ему, почему за полгода я так и не успел закончить его головы. Все здорово. Я еще обещал сегодня рассказать о своих планах на то железо, на те запчасти, которые я привез из Витебска. Но, ребят, на улице уже стемнело, и что-то там показывать будет неудобно. Давайте, наверное, завтра. Тем более, что завтра я договорился с отцом поехать с ним, помочь ему с установкой забора на даче. Так что отправимся за город и, надеюсь, вернусь еще засветло. Вот тогда все и обсудим. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, что смотрели. Всем счастливо и всем пока.